И снова всем здравствуйте. Мы снова продолжаем то же самое. Вот сейчас смотрите. Вот кто знает, что это такое? Сейчас покажу. Вот кто это такая? Вот сколько никого не спрашивал, никто ничего не знает. Но это-то понятно. Это столбы крепили, шайбы. А это... Ну да ладно, бог с ней. Будем дальше искать что-нибудь. Что-то вообще сегодня у нас слабо. Вот так вот. Вот такие сигналы стрёмные, и там вот такая вот балда попадается, вот такая вот бякушка всякая. Вот они эти. Тут что у нас? А там фигня, вот пластинка, и вот она, проволочки чуть-чуть, всякая бяка, короче. Сейчас вот эту разберу канитель, всю горку эту, ямку закидаю и пойду дальше. Чё прикатила то семечки будешь? У меня ничего кроме семечек нету. Крашеный воробей. Синечка, сестричка, да идешь ты, пляшешь. Вон моя тачка стоит. Ладно, пойду дальше копать. Вон проволоку надо добыть. Там еще уголок торчит у меня небольшой, 20-й, наверное. Ну, ребята, смотрите, что я тут нашел, накопал. Ну, там уголок. Не могу я с ним справиться что-то. А здесь у меня... Во как. Копал, копал. Думаю. Вон. Что-то торчит. У меня такое ощущение, что это двигатель. Удар хороший и не шевелится. О, вот такая балда здесь. А здесь уголок. Я уже отпилил кусок. Оттуда вытащил. А здесь что-то непонятно. Он сваренный. Ну ладно. Буду добывать эту железяку. Что там, не знаю, но подозрение на движок. Не знаю чей. Посмотрим. Вперед. Ну вот, господа, товарищи, друзья. Первое очертание. Это не двигатель. Что это такое? На что похоже? Серьга какая? Не, ну не знаю, не знаю. Будем пробовать добывать. И гадина вот заберется же в корни. Все в корнищах. Тут, конечно, свалка, бардак. И вот такой металлолом. Я рядом, где вот он,
натянуто там полиэтилен. Там выкопали от трактора запчасть. Да, добрую такую. Каток, короче, в сборе. Ладно, буду доставать. Ё-моё. Не хочет. Ладно. Сейчас мы его по-другому попробуем. Перекур с древотой. Фух. Фух. Ну и как эта фигня называется? Специалисты, механизаторы, водители больших грузов. Фух. Чулок поди какой-нибудь, или как там, носок. Я не шоферю. Все. Всем привет. Я издох. Я пить хочу. У меня сушняк караул. Никому не отдам. Моя железяка. Так. Ну и чё? Ну, примерно так. Ну и что это такое, ребята, демократы? Хорошая. Железная. Скорее всего, чугуняк. Ну, хватит ее разглядывать. Пойду отдыхать. Ну вот, ребята, моя телега под завязку. Я поехал. Куда поеду? Тут тоже не меньше 100 килограмм должно быть. За счет вот этой бабалахи.